Анжелика Агурбаш и Карен Туз представили свою песню «По нервам». Они уверены, что клип на их трек соберет не меньше просмотров, чем сольные работы Карена, у которых на YouTube по 150 миллионов просмотров. Сегодня мы с Кареном Туз презентуем нашу первую новую песню. Называется она «По нервам». У нас давняя дружба с Кареном, он классный, крутой музыкант. Сделать классный клип, конечно, дело непростое. Артисты рассказали, каким он должен быть, чтобы его ждал успех. Берите на заметку. А все, что касается клипа, это очень такая тонкая грань, потому что клип должен работать на песню. Не всегда получаются удачные клипы, потому что, как правило, клип должен усиливать песню. Знаете, тут не предугадаешь, какой должна петь песня. Главное, чтобы народ оценил ее. Вот. Главное — душа. Главное, чтобы от души все было. Искренность, идея и хорошая картинка — вот что, по мнению многих артистов, цепляет зрителя.